У талантливых актюбинцев в возрасте от 18 до 40 лет появилась возможность заявить о себе. На территории области стартовали отборочные туры второго сезона международного проекта «Минказахпан». Требования к участникам простые – умение играть на национальных инструментах, знание народных произведений и любовь к родной земле. Он проводится второй год. Это международный большой конкурс, в котором участвуют такие страны, как Казахстан, Россия, Китай, Монголия. Цель данного мероприятия – пропаганда национальной культуры, искусства, именно искусство кюй, термешилик, то, что есть только у нашего народа. Поэтому я думаю, что проект этот будет интересен. Первыми участниками мегапроекта стали жители Алгинского района. На областной этап накануне прошли 5 человек. До середины июня конкурс «Минказахпан» охватит все районы. А 13 числа свои способности на большой сцене продемонстрируют жители города. Многие участники думают, что если нет специального музыкального образования, то они могут... Нет, здесь нет ограничений. Есть только возрастное ограничение, ограничение до 40 лет. А есть такие талантливые ребята, которые работают в других, может быть, сферах, но в то же время они являются талантливыми, одаренными людьми. И поэтому хотелось бы подчеркнуть, чтобы вы подчеркнули, что любой, кто имеет, действительно играет хорошо на дамбре, играет хорошие произведения кюй, поют, естественно, наши традиционные песни, естественно, в тюрьме. Мы бы хотели, чтобы они максимально принимали участие, потому что это такой народный телепроект, где действительно имеют возможность принимать участие все. Напомним, в прошлом году желание принять участие в популярном проекте изъявили свыше 3000 кандидатов. 700 исполнителей прошли в основной тур, и 57 из них получили путевку на республиканский телевизионный конкурс, который прошел в Астане. Отметим, что помимо жителей страны, в смотре были задействованы музыканты из России, Китая и Монголии. Жители области, желающие принять участие в конкурсе, могут обратиться в региональный филиал телерадиокорпорации по адресу улица Ахтанова, 54. Телефоны для справок 22-11-44-211. Телефоны для справок 22-11-44-21-17-80. Айсулу Махмутова, Жанна Дальсагиев, телеканал Ахтубе.